Итак, это «Лайф». Мы работаем в прямом эфире, и мы продолжаем. Концерт с участием Сосо Павлиашвили обязательно состоится в Баку. Об этом заявил певец и музыкант Эмин Агаларов. Он лично пригласил Сосо в столицу Азербайджана, но разгорелся скандал. Кинодраматург Рамиз Фаталиев публично выступил с протестом. Он категорически против приезда Павлиашвили. Чем Сосо не угодил кинодраматургу, обсудим с Эмином Агаларовым. Он на прямой связи со студией «Лайфа» по телефону. Я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, все-таки состоится концерт или нет? Здрасте, всем привет. Концерт, надеюсь, что состоится. На самом деле у нас приготовили мы большой концерт, потому что это Сосо с друзьями. В качестве гостей у нас ожидается группа «Астудио», Вахтанг Кикабидзе легендарный. Я обязательно поддержу этот концерт своим дуэтом Сосо. И считаю, что это очень благое дело, потому что концерт наш благотворительный характер, деньги будут направлены, все деньги будут направлены, помощь детям с онкологическими заболеваниями. И это большой жест, Сосо долго не было в Баку, не хотел возвращаться с пустыми руками, и сам инициировал сольный концерт, непосредственно, который носит благотворительный характер. Хотя я его приглашал на фестиваль «Жара», который пройдет этим летом. Так все-таки он подтвердил, да, свое участие или нет? Какая сейчас ситуация? Ну как, афиши висят, билеты продаются, и Сосо планирует концерт в Баку, естественно. Ну а вы с ним разговаривали после этого скандала или нет? Мы с ним разговариваем каждый день. Оба, конечно, переживаем, потому что есть ощущение такое, знаете, непонимание того, что мы пытаемся сделать, потому что мы музыканты, артисты, несем исключительно, стараемся нести исключительно добро, любовь, мир, тепло, сушить с благотворительным концертом. И я даже не даже трудно понять, о чем скандал, то есть в чем проблема. Ну что ж, будем надеяться, что все пройдет хорошо. Вам большое спасибо. На связи с нами был Эмин Агаларов.